Строительство храмов относится к числу инициатив московских властей, которые пользуются наибольшей поддержкой жителей столицы. Свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Левада-центра, пишет Интерфакс. По данным исследования, строительство новых православных храмов одобряют 58% жителей Москвы. Кроме того, 70% одобрили введение городского велопроката, 63% работы по благоустройству города, по 54% масса Снос киосков и павильонов у метро и остановок, а также программу реновации. Меньше всего москвичам импонирует введение платных парковок в центре города. Опрос проведен по репрезентативной выборке населения Москвы среди 500 человек в возрасте 18 лет и старше.